Ну что, господа, как у вас дела с новым эвентом? Сегодня я расскажу про этот эвент, который называется «Реконструкция крепости». У нас идет первый этап, поиск чертежей этот эвент называется. Значит так, как сюда попасть? Справа сверху нажимаем на наш золотой глаз. Событие войны, война в пустыне. Открывается такое окно. Значит так, что вам нужно знать? Вас наверняка бомбит от этого эвента. У меня тоже первые минут 20 жутко бомбило от этого эвента. Как это придумано, просто ужасно. Значит так, справа снизу есть кнопка поиск. Под ней не переведена надпись, сколько у вас есть попыток, то есть добежать до палатки. Про какую палатку имею в виду? Так, давайте к ней переместимся. Короче, нажимаете поиск. То есть у вас есть, вот видите, у меня снизу 3 из 5. Всего у вас есть 5 попыток, раз. Всего 5 раз. То есть пятерым человеком 5 раз вы эти чертежи соберете. То есть 5 раз туда прибежите, туда-обратно. Есть. Нажимаете кнопку поиск. Вас перемещает вот к такой вот фигне. Вон кто-то уже еще бежит. Нажимаем сюда, на этот вопросительный знак. Жмем принять. Разведчик у вас точно есть. Тут всего нужен-то один разведчик. Видимо, видите, никто не понимает, как взаимодействовать, сволочь, с этими палатками. Значит, сейчас вот бежит наш разведчик. Где у нас? Далеко, недалеко. Не очень-то и далеко, в принципе. Вот бежит наш разведчик. Вот. Палатки подсвечиваются, должны подсвечиваться эти палатки. Вот так они горят золотым цветом. Вот. Сейчас он у нас добежит. Давай, чувак, беги, топи, жми. Буду показывать вот так на явном примере, потому что у всех бомбит, не понимает, куда эти цифры вводить, как эти письма взаимодействуют. У меня тоже бомбило вообще, короче, по полной программе, как это можно было так придумать и сделать, реализовать точнее даже. А это просто ужасный эвент, на самом деле. Дают за него пока молотки и так далее. Вот добегает наш разведчик. Опачки. У нас появляется сверху имя нашего соплеменника. Именно того человека не в легионе, а именно в клане. Появляются координаты. Нажимаем на них. Нажимаем, появляется над замком вот такой вот вопросительный знак. Нажимаем на него. Нажимаем «Отправить письмо». И снова бежит разведчик. Бежит разведчик. Вот он бежит. Далеко ли нам бежать? Нам близко бежать. Так, бежит, бежит разведчик, подбегает к воротам и отдает письмо. И справа снизу мы видим, что награда за письмо. Во-первых, заберите с этого самого. Далее, нужно открыть снова шоколадный глаз справа сверху. Опять перейти в событие «Война в пустыне». Видите, у меня уже 4 из 5 попыток. И нажать кнопку слева «Расшифровать». Видите, сколько ников уже появлялось. В общем, смотрите. На каждом письме у нас цифры. Вы знаете правые цифры, но вы не знаете левые цифры. На том письме, которое с желтым письмом, вот слева, видите, ник человека, письмо и желтые письма. То есть вот сюда нужно будет ввести эти цифры. То есть нажать на них и ввести эти цифры. Письма с зеленым вам нужно отправить. Письма с желтым вам должны эти цифры отправить. То есть у того человека есть мне нужные цифры, он мне должен их прислать. Поняли, да? С зеленым вот эти вот первые цифры вы должны отправить. Он не знает правые цифры. Соответственно, вот они. Вот видите, мне должны прислать цифры. Я должен их вписать сюда. 5 цифр. Как быстро взаимодействовать? 2 варианта. Через чат Легиона, через чат Альянса, через чат личный. Как быстро взаимодействовать? Просто вот мне надо отправить ему. Нажимаю, смотрите, видите, написано «Получатель», а на этом, на желтом, «Гонец» написан. То есть мне ждать от него гонца, соответственно, его разведчика. Тогда, если он ко мне прибежал, у него есть эти цифры,
и он должен мне отправить через личные сообщения. Смотрите, как нужно быстро взаимодействовать. Его ник справа такая вот, не знаю, на Twitter какой-то похоже. Нажимаете туда, открывается быстрый личный чат, и вот я ему отправляю цифры. Вот здесь вписываете ему цифры в личные сообщения. Вот, ему приходят, он вбивает их сюда, нажимает ОК, жмет кнопку расшифровать, допустим, такие были бы цифры. Здесь такая будет галочка «Верный код», получаете призы и так далее. Когда вам вот такое письмо желтое, именно желтое, это, запомните, желтое — это именно вам должны прислать первые эти гребаные цифры. Вы должны сюда их вписать. Вот, делитесь цифрами с друг другом, присылайте, вводите. Получайте призы. Это такой первый этап. Вы, когда сделаете, получите вот эти фрагменты чертежей. Вот здесь вот потом нажмете кнопку «Отправить» и получите еще дополнительные призы. Вот такой вот эвент придумали. Вот такой вот эвент придумали по строительству этой крепости. Ничего с этим поделать не могу. Вроде бы как-то более-менее подробно я рассказал, как бороться с этим не очень, я думаю, любимым эвитом, который будет просто все ненавидеть, у всех бомбят, все не понимают. Все, думаю, вроде бы все подробно рассказал. Действуйте, тут уже зависит от вашего клана, актива, будут ли, не будут вам присылать в личные сообщения или в чат вам эти цифры именно от этого человека. Все, на этом, я думаю, всем рассказал, всем показал. До скорых встреч. Лайки, дизлайки, комментарии от вас жду в комментариях. Пока.